Так, ну яички это, да, на окрошку Конечно. можно. Вот сейчас А можно кофе огурца с нет? молоком. Огурца-то нет? Для окрошки. А сметана тоже Слушай, нет? как хорошо ты вот здесь придумала, А мне прям сметаны-то нравится. тоже нет для окрошки. Сметаны нету. А кто ее? Я себе не покупала сметану. Так. Поэтому окрошку не получится. Хлебушек. Хотя квас у меня. Это кошкам, кстати. Кошкам. Ой, Это лимон к чаю. А это Лимоночка. что, обед? Это, представляешь, вот это вот королевская, ой, королевская, ватрушка банановая. Бананово-яблочная. Ну, сейчас к чаю, что ли, да? Ну да. Вот это вот ватрушечка. А это обед, да? Это обед. Это я холодильник. Значит, бифштексы с рисом. Я в обед поставлю. И ты представляешь, у меня подливки-то нету, я туда сметану положила. А это кошкам? Да, это вот такая еда вкусная кошкам, тефтели, которые лежат у меня уже не знаю сколько. Да, это они обожрутся такая. Они и так вчера иностранный скот прибегал. Какие-то мошки маленькие. Да, мошки. Лошади комары летают. Лошади. А это, утром сегодня приходили кошки? Сегодня нет. А ты что, ну может я их обработаю? Че я, с какой бы стати кошкам-то? Я вон на этот, как его. Ну, так-то вроде нормально, да. Еще я буду им. Ну, просто они уже давнишние. Ну, с того времени, но они ну, в холодильнике были. Им недели. Но они в холодильнике были? Да. Ну, я поставлю. Ну, просто ты представляешь, я вчера как увидела эту картошку, думаю, ну мне жалко ее резать. Так, уж больно красиво она проросла. Это не значит, что она хорошая, да? Ну, она вообще-то, да, из магазина. Так, что делать, сажать ее или нет? Или на еду оставить? Доченька моя, красивый, да, вид такой? Ой, неужели я на дачу приехала? Я сейчас просто, я никуда не пошла, я хочу хотя бы здесь встать и посмотреть. Ты куда, говорит, пошла? Давай кофе попьем. Поют, весело живут. Вон елка так выросла. Елочка, вы видите, голубая. Эх, она и выросла. Что же она там стучит? Это яблочные. Это не яблочные, а банановые. Банановые яблочные. Это вчера пекла. Кто стучит? Такой, правда. Может, это рядом соседи стучат. А это чаё со смородин листами. На, ложечку тебе. Сахар. Нет, я без сахара. Вот. Еще и с молоком. Ой, со смородиным листом и с молоком. Странно, ну, странно, но мне нравится так. Вкус, и вот прям нравится, и все. Вот когда молоком отдают и смородиной. Ты тоже чай? Да. Так. Куда? Такой стаканчик красивый, да? С птичкой прям. Да. О, а воробьи-то, воробьи. А расчирикались. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот они. Вот они. Завтрак на даче. Обалденный чай. Неудобно. Со вкусом сидеть. Смородины на молоке. Почему не там? Стол-то надо сюда поближе подвигать. А то там... О, прямо в лицо. Ветра нет, значит, комары появились. Как ночь прошла? Ну, я же сказала, 3:30 проснулся, смотрите. Полтора часа я... 3:30 было. 1,5 часа я не могла заснуть никак. Потом под радио я заснула. Вкусные. Это шарлотка? Да. Называется. Шарлотка. Сахар перекладываешь.
Ну, я очень... сахар, можете представить, я положила 30 грамм. А почему-то сладкие очень. Это бананы. Сладкие очень яблоки были. 30 грамм, а надо было 300 грамм положить сахара. 30 грамм. 30, это ложка одна. Угу. Бананы 2 штуки, очень сладкие. Прям, может, правда замучили. Вы видите. На черном хлебе, да? Это черный, ржаной.